Влад, все говорят, что... О, привет, Влад. Здравствуйте. Может, ты что еще скажешь? Нет, я пришел смотреть. А может, ты задашь вопрос? Мне. Влад, ну как ты себя чувствуешь? Первый день сбора, не второй? Не очень. Не очень? Да. Ну как ты считаешь, Борис Ротенберг хорошо работает? Ну вчера, да, сегодня не очень. Ну как ты считаешь, команда будет готова к новому сезону? К новому сезону? И как ты думаешь, команда проявит себя лучшим способом? Это записывается или нет? Записывается, конечно. Да? Это моя новая работа. На полставки? Ладно, давай. Все, спасибо.